Tenshin Drop – самый лучший сайт с прямодемами и лунами. Все выводы происходят через CudaShop. Официального партнера Tenshin, с тебя ее ID, сник прямодемы. Выводы моментальные, ни одного случая бана или списания, а также постоянные раздачи, где победить может абсолютно каждый. Сам пользуйся, ссылочка где? В описании. Всем привет. По-видимому, в описании элементарного наговши брёз хайверсы допустили ошибку. Ранее в описании говорилось, что в течение короткого времени после того, как Шеврёс выстрелит, она будет непрерывно восстанавливать здоровье активного персонажа на поле боя. То есть, как бы, персонажа, которым вы еще играете в патче. Однако они исправили это и заменили слово «активный персонаж» на «ваш персонаж». То есть, когда Шеврёс выстрелит, то она будет восстанавливать здоровье уже себе, а не активному персонажу. В качестве компенсации разработчик игры Hoverse выдаст всем игрокам 100 примадемов, даже если у них нет персонажа Шеврёс. Чтобы получить эти примадемы, тебе нужно по крайней мере достичь 5 ранга приключений и выше до 10 января 2024 года и войти в игру до 15.00 13 января 2024 года. Разработчики игры отправят компенсацию путешественникам по внутриигровой почте в течение 24 часов после устранения проблемы. И если бы ты был подписан на мой телеграм-канал, то уже знал бы давно об этой увлекательной новости. А еще там промокоды выйдут со стрима разработчиков быстрее всех телеграм-каналов, я тебе это обещаю. Так что подписывайся и не упускай примадемы и крутки, ссылка в описании. Я уже проверил внутриигровую почту, но в данный момент я не получил компенсацию в виде примадемов. Возможно, нам придется подождать их в течение следующих 24 часов. А также, для получения более подробной информации, вы можете знакомиться с объявлением в сводке обновления в Genshin Impact в меню уведомлений в игре. Ну и, конечно же, подписывайся на канал, ну потому что так надо. И пока!